Данный турнир в формате Open проводится. Люди с разной борцовской подготовкой соревнуются по одним правилам, чтобы определить победителя. Грэпплинг, он как вид спорта появился недавно. Изначально вся идея турнира была в том, чтобы между разными видами борьбы определить сильнейших спортсменов. Участники у нас сегодня как бы есть и харьковские, и приглашенные гости из Кривого Рога, ребята, хорошие спортсмены довольно-таки, город Сумы. Большинство в грэпплинге, в ММА вольников. Вольников, дзюдоистов, самбистов, которые достигают больших результатов. Тут взаимосвязь разных видов. То есть, и вот эта связь, она более интересна, чем одно направление какое-то. Потому что он приближенный к уличной борьбе. А борьба намного развивает силу и более-менее травматична, чем там бои без правил. Этот вид спорта очень хорошо показывает, что здесь не очень важна сила, важно знание, техника, скорость. Там, здесь очень много, значит, тоже гибкость человека. Поэтому оно мне так подошло и очень подошло. Тем более, что под дзюдо у меня уже по состоянию здоровья не совсем позволяет бороться. Главное, чтобы никто не злился и никто не был слишком эмоциональным. Потому что начинают переходить границы и просто некрасиво получается, не по-спортивному.